Ли Сокре встретился со своим коллегой, главой Сочи Анатолием Пахомовым в Олимпийском музее. Говорили, естественно, на олимпийские темы. Я думаю, что мы можем передать очень колоссальный опыт, потому что, наверное, это единственный город и единственная страна, которая с чистого листа начала готовить город к Олимпийским играм. И, конечно, это огромный опыт. Мы сегодня стоим на этапе уже финиша. Бывшие соперники за право проведения Олимпиады сегодня коллеги. Делить больше нечего, поэтому теперь корейцы перенимают у нас опыт. Отрепетировали на встрече и один из самых волнительных моментов – передачу олимпийского флага. Именно его в следующем году Анатолий Пахомов вручит лично Ли Сокре. Еще несколько лет назад Сочи пустой был. Сейчас уже многие здания построены, и я посмотрел Олимпийский парк. Это просто чудо. В конце встречи мэры двух олимпийских городов обменялись памятными подарками. Делегация из Южной Кореи проводит в Сочи несколько дней. Гостей интересует городская и, конечно, олимпийская инфраструктура. Галина Моисеева, телекомпания КТ.